Добрый день, уважаемые слушатели. Нам очень приятно, что к нам пришли. Мы готовились. Конечно, мы страшно волнуемся. Вот. Но независимо от того, как мы выступим сегодня, хорошо или плохо, мы, конечно, будем стараться. Вот. Но это выступление у нас останется на всю жизнь. Почему? А потому что оно у них первое. Оно их первое. А как сами знаете, первое выступление самое крепкое. И человеческая память их хранит очень долго-долго, на всю жизнь. Потому что человеческую память стереть ничем нельзя. Но мы вас просим заранее извинить. Может быть, мы старались такой подбирать репертуар, но более-менее такой нейтральный. Но песни все добрые, жизнеутверждающие. Вот. Мы так старались сделать минимальную громкость, насколько возможно. Потому что, возможно, не привыкли к выступлению вокальных инструментальных ансамблей. Вот. Ну, что-то ей, может быть, не получится, но да, извините. Да, ну у нас такая маленькая неприятность случилась. Наш вокалист в случае, ну, к сожалению, там с ним неприятность произошла, он сейчас в больнице. Вот, и с вашего позволения, вокалиста заменю я, чтобы концерт продолжался. Ну похлопайте нам немножко для подзамечки. Вот, теперь гораздо веселее стало. Ну так, мы начинаем. Значит, ну, счастье каждый человек понимает по-своему. Вот, и каждый человек имеет право на счастье. Но счастье всегда будет, и оно случится, если немножко прилагать усилий к тому, чтобы оно произошло. Вот. Но эта песня как раз о счастье. Называется она «Ну что с ним делать?». Итак, мы начинаем. Do 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 do
Спасибо. Не очень громко, нормально? Ну, мы так по минимуму сделали. Нормально. Ну, у каждого человека есть друг. И хорошо, что у человека есть друг. Потому что в трудную минуту на друга всегда можно положиться. Друг не оставит в беде. Друг всегда поможет. Очень много сложных песен о дружбе. Дружба – это очень хорошее качество человека. И дружбой нужно дорожить. И вот песня как раз об этом. Называется она «Крутой поворот». О том, что приятно, когда есть человек, на котором можно положиться. Спасибо большое. Браво! Ну, жизнь наша, она театр.
а мы в ней актеры. Вот. Ну, что жизнь заставляет нас, в принципе, играть, мы стараемся и подыгрывать. Не всегда получается. Вот. Ну и песня, которую вы сейчас услышите, она как раз посвящена театру, театральным деятелям, актерам. Ну вообще всем нам, потому что мы много с ней идем по жизни. Thank you.
ничто меж островов. Скажи,
Все. Спасибо за аплодисменты. Заранее просим извинитесь, кто к этой музыке не привык. Мы немножко вас сегодня, может быть, дискомфорт какой-то вели, может быть, громко для вас непривычно. Так что спросите, мы такое направление играем, так что не защититесь, что-то не так. А так нам очень приятно, что вы пришли, что нашли время, что посмотрели на нас. А для них это, как говорится, останется на всю жизнь. Благо, что это их первое выступление в жизни. Они очень волновали. Вот. Я представлю членов нашего маленького коллектива. Значит, Лохваенко Лена, лидер гитара, ритм гитара. Белоус Маша, лидер гитара, ритм гитара. Богачев Иван, ударные инструменты. Верина Аня, бас-гитара. За пультом режиссерским у нас сегодня Синякин Павел. Ну вот, собственно, все. Благодарим за внимание. Всего вам доброго. Вот это.